Семейно-гастрономический фестиваль «Медвежья ягода» впервые прошел в Абакане в парке «Орленок» 13 августа. Он собрал рекордное количество гостей – 12 тысяч – и объединил детей и взрослых. Парк «Орленок» стал территорией творчества, кулинарных мастер-классов, семейных конкурсов и квестов. Яркое, вкусное событие лета. Никто точно не знает, какая она медвежья ягода. Возможно, малина, клубника, голубика или брусника. Самому выбрать свой вкус лета, а заодно попробовать на фестивале пироги, мороженое, морсы и компоты. Из местной таежной ягоды могли все желающие. На прошлой неделе стало известно, что фестиваль вошел в окружной финал конкурса национальной премии событийного туризма среди регионов Сибири. 23 сентября проект успешно защитили на конкурсе перед экспертным жюри в городе Новокузнецке. В номинации «Гастрономический туризм» за первое место боролись проекты из Красноярского края, Новосибирска, Томска, Кузбасса. У Абакана почетное первое место и путевка в финал Всероссийского конкурса событийного туризма, который пройдет в Нижнем Новгороде. Кроме того, малиновый пирог, которым угощали на фестивале в парке «Орленок», включен в Книгу рекордов событийного туризма России. Напомним, это 50 килограммов вкусного лакомства. Кондитерам для его изготовления потребовалось 11 килограммов свежей малины, 8 килограммов муки и 2 килограмма яиц. Каждый, кто пришел на фестиваль, получил кусочек пирога бесплатно, как привет солнечного лета в солнечной Хакасии.